в придачу к этому дому, да? Деревья стоят, как поставлено. Ага. Там дальше еще лучше видно. Ну большой. Да, тогда был период, что всем приходилось, магазинов, торговых центров не было, всем приходилось выращивать продукты питания самим. И вот семье Ульяновых в придачу к этому дому, как сейчас вот мы имеем 6 соток, да, кто вот здесь, кто в своем доме живет, достался вот этот вот сад. Вот эти вот хозпостройки. А мы выйти-то не сможем все равно. Придется вернуться. Пройдемся, она там идет как петля, эта дорога. Ага. Я так думаю. Это как бы давай. Дорожка вдоль. Вот здесь вот семья Ульяновых. Вот он. Где, говоришь, его стол-то был? А я не знаю, тут где-то надо спускаться, вон, видимо, туда вот спускаться, к озеру, я так понимаю. Ух ты, он большой сад, я думаю, здесь большой, вот да? Ограничивается этим. Да.